Перспективы потребительской кооперации – главная тема расширенного заседания Совета Центросоюза Российской Федерации. Новые методы производства и реализации продукции обсуждали в стенах Чебоксарского кооперативного института. Площадка ЧКИ выбрана не случайно. Основной кадровый партнер института – Чувашпотребсоюз. И его система – одна из лучших в стране, занимает лидирующую позицию в системе Центросоюза России. Ежегодные объемы закупок предприятиями потребкооперации Чувашии превышают 1 миллиард рублей. В Центросоюзе заметили, что в регионе развивается сфера общепита. Эксперты оценивают высоко и качество реализуемой продукции. Мы сейчас говорим, нам надо сохранить силу. Сегодня Чувашия один из лучших регионов. По выпечке, кондитерке вы тоже на первом месте. Вторые вы по молоку, по России. Стоите? На пленарной части форума обсудили и вопросы развития кооперации. Среди первостепенных задач – оптимизация логистики, создание сети оптовых комплексов и расширение сбыта. Еще один проект Центросоюза поддержан президентом России. Сообщество «Маяки дружбы» шагают по стране. В их числе и студенты Чебоксарского кооперативного института. Всю суть нашего проекта можно раскрыть через его девиз. Девиз у нас звучит как «помогать, познавать, рассказывать и дружить». Помогать, суть заключается в нашей волонтерской деятельности. Мы ее ведем как в нашем регионе, так и за пределами, на Кавказе. Познавать – это помогаем, мы узнаем много нового. Мы не только работаем, иногда нас вывозят на экскурсии, мы знакомимся с культурой. От Камчатки до Калининграда филиалы Российского университета кооперации пользуются популярностью по всей стране. На особом счету Чебоксарский кооперативный институт. Он вот уже более 55 лет готовит профессионалов по разным направлениям обучения. Институт сегодня – это 3 факультета и колледж, 15 кафедр, а также десятки кадровых партнеров, позволяющих максимально приблизить учебный процесс к практической деятельности. Основным итогом мероприятия для института, как для образовательной организации, мы видим то, что в ходе форума обсуждены не только перспективы развития потребительской кооперации в стране, но и возможность апробации новшеств Центросоюза Российской Федерации в образовательной деятельности в процессе подготовки кадров для системы потребительской кооперации. 4000 обучающихся из 50 регионов России и ряда зарубежных государств. Институт идет в ногу со временем и постоянно совершенствует подготовку своих студентов. Раз в 5 лет вуз проходит аккредитацию. Команды даны, документы готовятся для того, чтобы аккредитовать юридическое направление аспирантуры, экономическое, ну и создание диссертационного совета. За всю историю своей деятельности институтом подготовлены десятки тысяч специалистов своего дела. Чебоксарский кооперативный институт – хороший трамплин для успешного трудоустройства. Возьми будущее в свои руки.